Сегодня я получил посылочку на новой почте. Скотч. Я купил скотч в интернете. 200-метровый написано. 200 метров. 10 рулонов. По 31 гривны. Это где-то по доллар 10, доллар 2. Доллар 20, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, такой скотч. Так, а ну попробуем сейчас его отклеить. Попробуем отклеить его. Ну, как-то. Так. Ну, нормальный скотч, мне кажется, узковат. Поэтому и дешевле идет. Ну, 31 гривна. Клеится хорошо. Это старый. Не помню, почем покупали. Но... будем пользоваться.